Всем привет, в общем. Ага. Всем привет. Да. Всем привет. Мы, в общем, это, не знаю, последняя серия, считайте, DayZ. У нас ни хрена не получается. Мы сколько пытаемся. Ну, блин, объяснять, конечно. Что Саня нас убивает. Все назад. Саня вообще. Ой, Саня вообще. Вот Миха, если бы нет этого. Все, хочу мы на друг друга все свалим. Давайте да. Нормально. Да, давай. Это шутка, блядь, и так ну, было понятно, шутка, да. Заебал. Все, поехали. Куда, блядь? Ну куда-нибудь. Давайте объяснять, почему. Поехали в электро. Да, Миха, успокойся. Да что я-то успокойся. Да, Ну ты давай разъезжайся. Ну ты едь нормально. Смотрите на них вообще. Да вы нервные. Мы просто уже столько. После всего, что тут было, это вам, конечно, будет не видно, но все, что. Нас было. То мы делали все долго. То нас убивали. То просто сервак вайпнулся. Ну, один сервак вообще вайпнули. Вообще, это я тогда в шоке был. А сейчас, значит, мы собирали 2 часа. Собирали 2 часа. Целый брифкейс. Вот полный брифкейс. Не брифкейс, а 2. Ну, 2 брифкейса собирали. Целых 2 часа. Целых 2 часа собирали. И все, нас убили. Нас просто убили. Нет, сначала... Да нихуя нас не убили. Да не, я уже впутался. Они сначала пропали. Сначала пропали, да. А потом, значит, мы идем, собрали все. Собрались, идем продавать. И нас фигачат и убивают. Короче, ребята, конечно, не очень объясняют. Ну, я знаю. Мы просто уже 200 голдов собирали 2 часа, и они просто пропали. После реставрации. Просто пропали. И не было такого, что мы из сервака. Сервака не выходили, блядь, и из-за этого мы сами виноваты. Нормально, вышли из сервера, все оставили, сохранили, все. Нет, то просто пропали. Со стадии. Повернул. А, нигде, я еду в электро, я говорю, в электро еду? Да, в электро. Блин, стойте, ладно, поехали в электро, а там поедем на миссию в этом солнечном. Может быть даже получится задавить ботов. И подорваться на машине. Ну так вот, а потом мы, ну, чуть ли уже не бросили, решили последний раз пробовать собрать еще голдов. Мы только пошли в аэропорт за деньгами, ну господи, за оружием. И в итоге нас убили. Это была последняя капля. И еще объясните, блядь, а где вы? Я еду за желтой машиной. Я еду. Желтая машина, это кто? У вас сзади вообще нету нигде. Я уже назад даже поехал. Назад даже поехал. Я Новый Собор проехал, вы где, блядь? А, Новый Собор, а мы не так поехали, через поворот. Какой поворотный? Сейчас скажу, где мы. Мы сейчас. Нахуя вас вернули, объясни мне. Я просто, блядь, поехал за машиной. Ты дорогу, блядь, в электро? Не, да помню. Не ты, а Саня. Не, я помню дорогу в электро. Ну и что теперь, блядь? Мы там легко свернуть, чтобы поехать до старого. Шо, блядь? Мы ж не в старый едем. Я говорю в старое, а не в старый. Какая разница, куда тебя сворачивать? Куда мне, блядь, ехать теперь? Ну мы сейчас... Я скажу, где. Мы сейчас в Могилевке почти как будем. Нахуй была тут, блядь, самодеятельность. Блядь, знаете, одну единственную дорогу взяли, поехали, блядь, через какую-то хуйню. И вот это, блядь, привычка. То, что сейчас происходит, тоже. Уже даже это надоело. То, что у нас постоянно не получается что-то, блядь. Ну понятно, на ютубе это... много видео всяких, рэпач, у всех все получается, но у нас вот так вот, блядь, у нас 7 урок. Серий, все, у нас хуёк. У нас 7 серий, блядь, все нормально было. У нас 7 серий, нормально. 7 серий, мы на одном серии играли. А теперь хуйня какая-то, ну, блядь, мы реально не выдержим, уже надоело, мы записываем. Как, блядь, ну мы не записываем, а вообще, по сути, типа, начали сезон мы записывать еще с января 2015. Да-да-да, мы с января начали. Вот, да. Потом перерыв был несколько месяцев. 5 месяцев. В феврале мы закончили там 7-ю серию. Серия 5, нихуя не получается абсолютно, ну, я уже не могу. Уходит куча времени вообще, нервов, я уже устал, не могу, блядь. Надоело, блядь, пиздец, надоело. Значит, не судьба. Ну, блин, надоело. Еще много другого, чего можно поиграть, и я не могу уже. Да реально надоело. Просто надоело.
Извините, мы не можем уже выдержать, просто не можем. Вы скажете там, ну бы. Ты, Сань, ёб, ты чё так остановился? Что? Ты... Думаешь, Миха, что ты делаешь? Ты... Я думаю, что ты делаешь? Не, я пытаюсь... Нет, просто резко остановился, что я даже не успел затормозить. Этот... Да даже дело не в том, что не я контролирую серваки. Дело в том, что в основном проблема у нас в чем? Серваки или вайпаются, или миссий нет нормальных, или какие-то вообще дурацкие нет, патрули. Бывает вообще миссий нету, или боты просто даже. Какие-то дебильные патрули, не понял, что это сейчас было. Что происходит? Что? Что такое? У меня что-то с экраном, он как бы, знаете... Потемнел? Нет, он... Искажение, глич, как будто у меня, ну... Искажение резко идет, и все цвета радуги. Вот это фигово, может быть. Как бы ничего не с видюхой бы не было. Блядь, ты заебал, я тебе объясняю именно... Не, у меня просто у друга было... Игровое, блядь, эффект какой-то, я не могу как будто, блядь... А, ну понятно, раз игровой, не просто... Помню... Блин, заебал бы. Просто помню, что у друга была такая фигня, потом у меня видюха, наверное. Нагнулась. Это и так понятно, я же не дурак, понятно, что... Ну, почти вектор. То артефакты. Артефакты, да. Ну, это не то, блядь, совсем, нахуй. Это, блядь, в игре. Стас, ты где сейчас именно? Именно сейчас. Блядь, сзади тебя. Синяя, блядь, машина. Охуеть. Ебать. Что? Колесо в жопа. Все, жопа колесо. Ебать, рогал. Ебать, ебать. Тихо, тихо. Вы что? Ай, велик, сука. Ебать. Сань, мне из тебя пришлось отъехать куда-то в какую-то глушь. Пойду Стасу сяду. Охренеть. Поехали, я как конвоем поеду за вами. Саня, видишь слева на земле? Да-да-да. Вот у меня опять эта херня была, видишь, что лежит? А, велик? А, труп, труп, труп. Вижу, вижу. Да это да, Миха, блядь! А, не, ну я главное так еду, да, знаете, в этот старый собор. Не ехал. Я ехал. Ты не, сидел, я, блядь. Не, да я, не, я сидел, я собирал этот велосипед. Ну, в общем, испортил меня этот момент, в общем, я готовился ехать, и тут меня убивает Стас, просто приезжай и убивает. О, вообще, прям офигенно. Блядь, я тебе уже нахуй 100 раз объяснял, почему. Потом, ну, да, мы едем со Стасом дальше, и Стас в меня начинает стрелять, я его убиваю. И все. А ты понимаешь, да это игра это уже не, так. Это ни к чему вообще, вообще рассказывайте. Ну, просто блин, так просто раз труп нашли, ну, вообще, мы, просто... У нас серии на каждом новом серваке пиздец. На новых серваках каждая серия, это... Да, надоело. Блять, да вроде как бы игра, нормально все, и миссии, вроде все возможно здесь, работает все хорошо. Но, блять, у нас не... сервер найти мы не можем. Не можем. И мы даже не показывали видео, ну, не записывали... Как мы строим, потому что это долго, нудно и скучно, как мы ищем. Ну, а так всё. Мы еще постоянно строим. Вы просто не представляете, что мы делаем. Уже надоело, просто не могу. Просто надоело. Просто тупо не можем. Вот опять было какой-то фигня. Фигня какая-то, блядь. Какой-то фигня. Какой-то фигня. А где Миха? Потерялась? Не, я еду прямо за вами практически. И вот он встал. Вон, я вижу ваш. 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 Вау, бандиты Уралата. Следующее шоу, это вообще у нас Half-Life, да, будет с тобой? Второй? Да, Half-Life, второй. Ну, это мы вдвоем чисто. А типа выживалки будет Rust, а как экспериментальный, а что там получится, я не знаю. Тоже ж неизвестно, до зимы тоже не знали, что будет, думали, так оказалось. Может, ну, быть, да, даже экспериментальный Rust будет еще и нормально. Ну, там базука появилась. Охуеть, да, самое главное. Ну там много чего появилось, но так что будет интересно, чем DayZ. Наверное. Да, я ну, тоже надеюсь. Да по-любому, потому что DayZ заебал уже. И как мы первый сезон выдержали? Я не понимаю. Хуже уже не будет. Миха, ты знаешь, куда мы завернем? Куда? Нет, не знаю, куда хотите завернуть. Я до электростанции доехал. Ух, ё. Это как он долго едет. Да, это мне пришлось сказать. Из-за того, что у тебя машина взорвалась, мне пришлось доезжать в сторону. Ну едь дальше, едь, едь. Еду, еду. Доехал. Так. Да. Тут, в общем, развилки начались, то есть. Ну, где вы, в общем, говорите? А, церковь или что? На земле.
На земле? На земле. На асфальте. На асфальте. На земле, на асфальте. Я на него. А, вон вы, ё-моё. Ты покачаться еле. Катитесь, катитесь. Ты shift хотя бы нажимаешь? Я зажимаю shift. Не послушалось ли были звуки выброса на сервере? Да тут бывает выброс еще на этом сервере. Да вроде такой сервак даже интересно попался. Да, все равно, тупо нихера, уже у нас просто сил уже нету. Мы тупо еще собрали бы и построились бы, но уже не могу я. Уже время просто идет, надоело. Время тупо идет, а мы нихуя не сделать не можем. Время просто зря тратится, если нервы не хочу. Я уже не... Мы еще долго решались, конечно. Мы хотели все-таки как-то 9 серий добить. Но не. 12 серия будет последней. Что происходит? Точно выброс будет. Выброс, да? Я не слышу просто. Да, выброс. Был звук. Но выброс. Зато проверим, что будет. А, ой, точно выброс будет. Ебать. Что интересно, что с нами. Тупо сталкер, блядь, звук такой. А, я просто музыку убавил, чтобы мне там... Сейчас нахуй вылетим из машины, и Миха задавит. Его. А если... Так я сам вылечу из машины. У меня все в степи стало, всё. Ля-ля-ля-ля, что творится? Выброс. А что с нами будет вообще? Что происходит? Всё, чёрный экран, я нихера не вижу. Ничего не вижу. 4000 крови, охуеть. 4000 крови, у меня тоже 4000. Я ничего не вижу. Вау. Что происходит? Я нифига... Я могу ехать, блядь. Где я? Блин, куда ты можешь ехать? Я что-то не по... Я чуть в воду не уехал, зашибись. Офигеть. Надо не ехать, когда черный экран был. И что теперь делать, блядь? 4000 крови, охренеть. 4000 крови, все трясется. Я болеутоляющий принял, не помогло. Ебать, я уже теперь ничего не слышу. Ё-моё. Видишь нас? Подожди, я сейчас болеутоляющий приму. Вижу его, вон он. Да не помогут они. Не помогают. Помогают, да, ну я не знаю. Да не помогают. Я что-то сожрал, чтобы кровь. Стой, не влезь, остановись. Остановился. Класс вообще, да? И походу нигде не скрыться, что ли, от этого? Ммм, походу. Вообще не. Поехали. А, поехали. А может где-то скрыться, я не знаю. Может в своей базе можно скрыться. Тупо нас сразу разнесут. Ну раз мы сейчас пока не будем записывать, мы сейчас будем, короче, тестировать его, пока Half-Life записываем. Half-Life, а, да, мы будем... Ну, Half-Life это будет быстро. Первый, ну, обычный, потом первый и второй эпизод. Ну, сразу. Half-Life хоть отдохнем, надеюсь. Да, надеюсь. Там, да там... Ну, только без эпизодов, я что-то не знаю, но эпизоды будут. Эпизоды надо, ты чё? Да, блядь, нам хотя бы в основную пройти, блядь. Эпизоды же не такие короткие, блядь. Не, они вообще это короткие. Это надолго-то, да. Да нихуя, нихуя. Не такие, они короткие. Короткие. Да нихуя они не короткие. Вот, Миха, скажи, эпизоды короткие или длинные? Эпизоды в Half-Life 2, да? Средние, да. Не, ну да. Если собирать все эпизод 1 и эпизод 2, то будет целая игра Half-Life 2. Если собрать полностью. То есть в том, в первом эпизоде 5 уровней, и в эпизоде 2 7 уровней. Это их будет. Ты же едешь? Я еду. Он у меня херово едет, я еще встаню, там долбанулся, куда остановился, может, из-за этого. У меня скорость сейчас 95 максимальная. И 111. Я, наверное, долбанулся в сани. Ты нас предъявил? Я вас вообще не вижу. Я вроде еду вперед, то есть тупо по дороге. Ну пока вперед. У меня скорость максимально 95. Сейчас. Вообще тупо все, что сожру, что мне есть. У меня нихуя нет. Тупо нихуя нет. Сейчас мы чисто сейчас до ботов доедем, ну просто так делать нечего. Попрощаемся. Может быть DZ когда-то и будет какой-то там. Ну, стендалон. Я... Да нет, нихуя. А вдруг стендалон переработает там как-нибудь? Да, блядь. Кто знает. Ну, ты что ли? Ну, там, сколько, ну... может, пройдет уже времени? Да, блядь, прошло сколько времени, она вообще даже играбельная не стала. Ну, ты там... думаешь, что... Ну... Да нихуя не понимаю. Не-не-не, ну там же три машинки добавили. Да, блядь, не вообще не стендалон вообще можно, наверное. Капец, сколько она там стоила вообще стендалон, блин? 29 долларов. Ну, это давно. Они, короче, возле где-то в лесу. Я вас вижу немного. Если приближаться к камеру. Давай сейчас Миху ебёмся. Стой. Встань. Не надо. Окей. Мы, блядь, сюда, ты курсишь, куда мы ехали? Мы вот там. Ну, блядь, что ты сейчас хотел сделать? В колесо. Тихо, разворачивайся. Блин. Ну, за нами давай. Да сейчас развернусь еще на этой колымаге, блин. Класс. Развернулся. Кровь вообще. Ну, едем. 4000 крови. Я вас вообще не вижу сейчас. Хотя когда первый раз был. Блять! Не вижу нихуя. Миха, как ты можешь не видеть?
Это уже бред какой-то. Ехал, куда ты уехал? Сказал за вами ехать. Ну ты нас видишь, блядь. Ты куда вообще уехал? Сказал, развернись. Да, ты что, назад развернись. Уехал? Да вижу я вот вас. Даже голова трещит просто. Голова просто трещит. Ой. Просто трещит. На... И столько я еще вот просто... времени уходит, пиздец, на этот ебаный пиздец. Я просто от первого лица сделал, потому что машина жужжит капец сильно. Не слышно ничего будет. А я звук убавил. Ну мне тоже от первого лица. У меня радиация. Ой, она еще медленнее. Может близко. А то рот, рот. Рот. Ну, рот. Ну. Да, блядь, мы слышим. Слышим. А, я говори. Думал, что вы меня не слышите. Жаль, нет этого ядерного удара. Подорвались и все. Прям в нас бы ядерный удар долбанул бы. Да, ну туда еще успеть доехать надо. Ой, да. Блядь, едь так медленно, это капец. Меня. Мы уже где-то примерно записываем 18 минут. Короче, ладно, сворачиваем нахуй. Я не знаю, нет дороги, блядь, нормальной. Миха, ты нашел куда сворачивать? Я вообще-то еду, у меня... Я вас смотри, вообще... Смотри, вижу. Смотри, смотри, смотри. И поехал. Ну? Видишь, нет нас. Ну, включи вид от третьего лица. Сейчас от третьего включу. Я пиздец. Вообще, да. Мне все, у меня уже башка трещит. Не может. А, не, вижу, вон, все. Не, у меня, ты, у меня просто от крови. Не-не-не. У меня просто сейчас от крови все белое. Охуеть, у нас тупо не белое. Все не сливается. Тупо врешь, не хотел нас искать. Тупо врешь. Да. Вы учтите, что у меня машина вообще капец едет. Садись к нам. Давайте лучше помрем на себя. Я даже сейчас, понимаете, я сейчас записываю, мне уже плохо. Я уже не могу. Какой там еще собирать, какой строить? Не. Мы уже не можем. Как мы выдержали тогда? Я не понимаю. Ну тоже, блядь, не эпич был. Там вообще записываю все подряд, блядь. Просто бегали постоянно, как долбоёбы, блядь. Сейчас мы умрем. Да и сейчас какие-то претензии к Михе были, я видел. Постоянно в лобовое стекло смотреть, а ты еще лайки просто. А, это я видел, ну да. Ну, блядь, это дези нахуй, куда? В пол можешь посмотреть. Блядь, какого-то экшона прям ждут, блядь, это ты. Был экшон, мини. Ну, дези же стараемся, разные. Тут, капец, блин, сил, конечно, вкладывается в это жопа. Это мы не все, это мы записываем, только 30%, наверное. А если мы еще будем записывать вообще-то action, мы, это вообще не мы планировали вообще 40 серий, представьте себе, 40 серий. Мы думали, что все будет более-менее. Но мы не ожидали, что все так повернется. GPS никого нет? Нет. Да раз. Мы такие заезжаем, бах, нахуй. Бах, ебать. Бах, ебать. На, вот ставить это слово обязательно, да? Да. Ну, блядь, же вставили. Почти. Ну, давайте, тема, давайте тема сезон была. Потом продолжим через года 4. Что за звук? Это я нет, это я крутил. В смысле, ты по чашке ебнул? Не-не, я по чашке там немного... Он тост. Это по чашке, да? Он тост предложил. Фу, ебать. Я по чашке... Он тост предложил. Давайте выпьем за DayZ. Да пошел ты. Нахуй его за него убивать, ебал. Нам до миссии. Нам до центра миссии 240 метров. Класс. Нас сейчас убьют. Такая пизда сейчас будет. Это ой, б... я вижу Урал. Я Урал вижу. Давай прям в него. Ботов видишь? Ботов ничего. Пока нет. Я никого не вижу. У нас еще машины еле. А катится. Может они от выброса все подохли? Да не может быть. Они не дохнут, мне кажется, от выброса. Это глупо. Блять, ну мне плохо видно, честно. Бля, что-то нашли еще дроп типа. Шо, блять?
типа как дроп. Это как дроп в первой серии. Смотрите. А ну-ка вот. Ты на мину, я видел мину, тупо. Ты Миха Трактакан, что? Мы сдохли. Миха Трактакан был убитым электриком. С помощью газ. Газ. Офигенное убийство. Ну что, вы опять заходите? А я сейчас с парашюта полечу. Полечу? А, туда? Не, просто... А, давайте полетим туда. Давайте полетим. Я забыл про... Просто не на всех серверах ставят мины. Для на миссиях. Вот это классно, мы подорвались. Ебать подлетели, пиздец. Это капец был. А там, походу, ботов вообще не было. Может, реально вымерли? А может, перебили просто, до нас еще. А может, они вымерли? Пока мы тут перлись. Тупо вымерли. Если бы их... Тупо вымерли. Миха, если бы их убили, то мы бы знали. Тупо вымерли. Вот так постоянно, у нас, я просто схожу, мы сходим с ума. С ума, вот мы сходим, понимаете? Понимаете? Нет? Наверное. Вы понимаете? Нет, нет, наверное. Ну, понимаете. Где там ближе к солнечному? Что там ближе к солнечному? О, солнечный есть сам, ты солнечный? Так, тихо, солнечный. Все, я солнечный. Ебать, глянь на карту. А что с карты? Что с ней? Я вижу эти, знаешь, как эти... Ебать, как можно было столько наставить, и нахуя? Это капец. А ну миссии уже нету там. Миссии точно нету. Нету. А как её найти тогда? Ну там по-любому этот остался. Как-то тут, я не помню. Солнечная. Я не помню, где мы вообще были. Тогда не, я помню, не отображается. У меня в чем. Я догадываюсь, где. Здесь наши полномочия кончены. Полномочия. Так что, мы полетим или что? Ну я лечу, не знаю куда. Сейчас посмотрю. Я лечу, я попытаюсь. Капец, нахера столько на карте ставить в жопу? Ты реально бэкапец. Ебо тупо на самолете? Да, на самолете. Почему? Не летали ни разу? Нет. Капец. Я третий раз уже лечу. Ой. Итак, каждый раз умираем. И едем, умираем. А есть такие серваки, которых вообще нету, типа, велосипедов, и там вообще жесть. Я, в общем, не знаю, куда я приземлился. Ну, вообще, у меня метка осталась. А у меня нихера не осталось. А, нет, я же опять заново ее поставил. Тупоголовый. Не, ну, если так, на месте я могу найти, я помню еще дорогу. Я тоже типа помню дорогу. Ну. Ой, ебать, я буду, знаете, сколько лететь. Ну его нахуй. Всем спасибо, кто был с нами, да. Сиди. Спасибо, спасибо. Даже серии. Вы реально люди выдержанные. Выдержанные такой, сильные прям люди. Да хули, это мы выдержали, блять, хули. Ну мы да, мы еще мы вообще просто. Пиздец, только нахуй. Вот это, блядь, пиздец просто. Это испытание, блядь. Это да. Это, блин, это, то есть, испытание, нет, даже у нас сначала было нормально все, потом началось перерыв 5 месяцев и испытание. Нормально. Дизи, как никто иной. Испытание. Испытание испытаний. Испытание, ой, может быть, всем бред какой-то. Ты, наверное, гонишь меня? Нет, я тебе не гоню. Гонщики. В общем, Дизи нас не звал. Пошел он в пень. Заебало, тупо заебал. Все, надоел. Подписывайтесь на мой канал, на Михи не подписывайтесь. Да, на... ну можно не подписываться, да. Но главное смотрите. Лучше ставьте дизлайки. Да что ты нахуй? Всем ставьте дизлайки. Ставьте, главное ставьте Михи дизлайки. Я вас не, прошу, не, пожалуйста, не, не, ставьте ему один. Саня, подтверди, скажи. Не надо мне ставить дизлайки. Ставьте дизлайки. Ладно, пускай дизлайки будут как залайки. Все, я буду дизлайки за лайки принимать. Все, ставьте дизлайки. Просто не хотел. Мне уже все, я уже не короче, могу. Если вы нас давно смотрите, напишите в комментариях Миха Пет. Миха Пидорас. А Саня шлюпка. Все. Шлюпка. Пиздец. Вот это. Ждите Half-Life 2. Half-Life 7. Да, Rust. Rust. И Half-Life. Ну это онлайн, я. Это. Точно, если будет что-то это онлайн когда-то, то не с этими типами. Шо? Да, не с нами. Может, закончим уже? Если не покупают, нихуя не хотят. И пошел нахуй все. В общем, всем пока, ставьте лайк.